Всем привет! Вы на канале Gadget Mania. Это инструкция для чайников, как прошить свежеполученный Sharp Aquos S2 на последнюю версию международной прошивки. Итак, давайте начинать. Поехали! Собственно, существует несколько версий смартфонов, а всего лишь их две. Это 4.64 и 6.128. Ну и, конечно же, версии прошивок отличаются. Будьте внимательны. Далее в описании будет ссылка на прошивку, на актуальную на момент записи этого видео. На данный момент это www.135e. Есть форум FOPDA, есть отдельная ветка, можете скачать оттуда, можете скачать с Яндекс.Диска непосредственно по ссылке в описании. Для того, чтобы грамотно перепрошить смартфон и не запороть, а это делается буквально за 3 минуты, мы делаем следующее. Получаете смартфон, активируете его, не включаете Wi-Fi во время активации, иначе у вас автоматически скачается последняя версия операционной системы, и вам придется немножко пошаманить, и это будет не так легко, как это делается в этой инструкции. После того, как вы попадаете на рабочий стол, на компьютер скачиваете прошивку, собственно, подсоединяете кабелем и делаете следующее. Я сейчас просто перекидываю прошивку в корень смартфона. Прошивка весит 1 гигабайт 450 мегабайтов, прошу прощения. Ну и, собственно, после того, как она установится, непосредственно скачается на сам смартфон, нам будет надо сделать всего лишь одно действие. Итак, друзья, после того, как вы перекачали непосредственно на сам смартфон файл с прошивкой, дальше действия абсолютно простые. Заходим во вкладку «Телефон». Здесь вводим звездочка, решетка, 8, 7, 4. В обратном порядке решетка, звездочка. И нажимаем «Установить обновление». После этого смартфон автоматически установит скачанную заранее прошивку. И у вас будет самая последняя актуальная версия с Google сервисами и на русском языке. Ну и, собственно, прошивочка загрузилась. Осталось только ввести все данные. Как вы видите, появились Google сервисы, и все будет прекрасно работать. По прошивочке. Какая у нас версия сборки? Ну, как я говорил, должна быть 135E. WW Worldwide для всего мира, нижнее подчеркивание, единица, нижнее подчеркивание, 35E. Ничего сложного, установить локализованную прошивку со всеми Google сервисами для смартфона Sharp Aquos S2 нет. В общем-то, сама прошивочка в описании под этим видео. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Если досмотрел до этого момента, пишите, что вы супергерой. Ну и совсем скоро увидимся. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на чат в Телеграме. Все ссылки в описании. Всего доброго. Пока-пока.